Крым – удивительный и прекрасный уголок Земли, географическое положение и редкая природная красота которого делают его поистине уникальным. Издавна этот небольшой, но необыкновенно желанный полуостров привлекал к себе целые народы, племена, торговцев и отдельных путешественников. О Крыме слагали легенды, сказки, писали стихи и исторические труды. А когда казалось, что тайна древней Тавриды разгадана, открывались новые горизонты и возникали новые загадки. Сказочный Крым сохранил для нас следы древних племен и цивилизаций, для которых он стал родиной. Тавры и скифы, сарматы и аланы, готы и гуны, хазары и половцы, греки и генуэзцы – это далеко не полный перечень племен и народов, повлиявших на историю Крыма, сделавшие его неповторимым. Ни один уголок земного шара не славится таким гармоничным слиянием культур, религий и народов. Еще древние греки восхищались красотами Тавриды и строили свои полисы, колонии на развилках древних торговых путей. И сегодня развалины древнего Херсонеса, его базилики и мозаики, храмы Пантикопея, восхитительные виды Судака, неприступные твердыни Феодосии, земли прославленного древнего Лустона связывают нас незримой нитью со славным прошлым Тавриды и воскрешают в памяти времена греческих полисов, византийских воинов и генуэзских рыцарей. Неприступные и манящие горные вершины Крыма, овеянные легендами обители древних богов, охраняют его берега от пронзительных ветров и открывают захватывающий дух голубые дали. Живописные тропы ведут к звонким серебряным строям водопадов Джур-Джур, Учансу, жемчужным водам Большого каньона и цветным водопадам Кизил-Кабы. Их волшебные воды не иссякают в самые знойные дни. Невозможно обойти вниманием уникальное сокровище Крыма – карстовые пещеры, равных которым нет в Европе. Мраморная Эмене-Баир-Хасар, красная. Таинственные пещерные города – Мангуб-Кале, Чуфут-Кале, Иски-Кармен – готовы поведать любопытным свои секреты. Церкви и монастыри Крыма хранят дух и обычаи древнего христианства, а минареты и дворцы Бахчисарая и Старого Крыма придают неповторимый восточный колорит. Белая скала таит следы стоянки древнего человека эпохи неолита. Когда-то труднодоступные, поэтому избранные пиратами, таврами бухты Нового Света, Карадага, Балаклавы, Батет-Лимана и Ласпи потрясают редкой и суровой красотой. Архитектурные ансамбли Дюльбера, Харакса, Алупкинский, Ливадийский, Массандровский, Юсуповский дворцы имени Устинова – поистине уникальные произведения искусства и украшения южного берега Крыма. Приветливые крымские города всегда ожидают гостей. Крым – волшебная, сказочная страна, красота которого
покоряет сердца, будоражит воображение и вдохновляет. Thank you.
Воронцовский дворец в Алупке, построенный в первой половине XIX века, и сегодня восхищает своей оригинальностью, богатством внешней и внутренней отделки. Возведен он для замечательного человека своего времени, графа Михаила Семеновича Воронцова. Строительство дворца началось в 1828 году, а закончилось в 1848 по проекту английского архитектора Эдуарда Блора. Материалом для строительства послужил местный камень диабаз, превосходящий по плотности гранит. С разных сторон дворец выглядит по-разному. С запада – неприступный замок, с севера – близок к строгому английскому стилю. Южный фасад отличается изысканной красотой и живописностью мусульманского Востока. Дворец будто вырос из окружающей среды и слился с ней. На уступах парадной лестницы покоятся мраморные львы замечательной работы итальянского мастера Банани. Входы во дворец они напоминают львов Антонио Кановы из гробницы папы Климента XII в Риме. Повсюду обилие цветов, белый мрамор ваз, многочисленные фонтаны и водопады. Внутренняя отделка дворца по роскоши и изысканности не уступает фасаду. Дубовые панели холла гармонируют со строгими каминами из диабаза. На стенах многочисленные портреты, в том числе портрет Екатерины II, написанный Рокотовым. Сам владелец дворца, граф Михаил Семенович Воронцов, изображен в парадной форме на фоне Бородинского сражения. Портрет находится в кабинете Воронцова. Будуар графини Елизаветы Ксаверевны – китайский кабинет с циновками из рисовой соломки, расшитыми бисером руками крепостных мастериц. Голубая гостиная использовалась как домашний театр. Здесь в свое время выступали Жуковский, Бенедиктов, Шаляпин, Рахманинов, Щепкин. Thank you.
Зимний сад построен в соответствии с модой в архитектуре XIX века. На фоне пышной зелени редких тропических растений выделяются белоснежные мраморные скульптуры. Самое большое помещение дворца – парадная столовая. В интерьере – камины, фонтан, картины, многочисленные предметы из хрусталя, фарфора и малахита. В бильярдной находится уникальная картина Вильяма Хогарта «Политик», единственное в СНГ полотно этого художника. В графской библиотеке до сих пор хранятся тысячи томов сочинений известных писателей и поэтов, ценные документы, карты и атласы. Вокруг дворца раскинулся великолепный парк, один из лучших парков Крыма, шедевр ландшафтного зодчества. Здесь прекрасно сочетаются вековые сосны и солнечные поляны, шумные водопады и зеркальные пруды, каменные завалы и экзотические растения, белоснежные лебеди и несмолкаемое пение птиц, панорама крымских гор и плеск морского прибоя. Четверть века трудился здесь талантливый садовник Карл Кебах, создавая музыку для глаз. Эта музыка звучит здесь повсюду.
Ласточкино гнездо – бесспорный символ Крыма, который очаровывает сразу и навсегда. Этот маленький замок, построенный на отроге мыса Айтадор и венчающий 40-метровую скалу, давно привлекает к себе внимание, вызывает восторги, дает простор романтическим мечтам. Ласточкино гнездо олицетворяет первозданность крымской природы и смелость человеческой мысли. Первыми в начале 19 века оценили красоту здешних мест русские цари. За ними потянулись на южный берег и другие состоятельные люди. И менее известное теперь под названием «Ласточкино гнездо» строилось как летняя дача и за свою более чем столетнюю историю сменила несколько владельцев. Одна из легенд гласит, что первым воздвиг деревянное строение на утесе некий русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877-78 годов. Но уже вскоре новыми хозяевами этой удивительной дачи стали придворный врач Тобин и его супруга. После смерти мужа домиком некоторое время владела вдова. Затем она продала участок московской купчихе Рахманиной, которая снесла старое здание, и в скором времени появился деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо». Со временем этот участок приобрел нефтяной барон Штенгель, и именно он решил построить на этом месте романтический замок любви. Проект был заказан известному инженеру и скульптору Шергуду. Уже в 1912 году на тесной площадке отвесной скалы стоял готический замок. Шли дни, недели, года. Спокойное море сменялось штормами, а на политической арене в 1914 году разразилась Первая мировая война, переросшая в России в революцию и гражданскую войну. Все это вынудило Штенгеля покинуть Россию, продав перед отъездом свою необыкновенную летнюю дачу московскому купцу Шалапутину, который в 20-е годы открыл в замке ресторан. В 1927 году в Крыму произошло землетрясение. Само здание существенно не пострадало, однако второй толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком. По счастливой случайности посетители ресторана разошлись всего за 10 минут до главного толчка. Упала в море часть скалы под балконом, но несущие конструкции дачи основательно не пострадали. Лишившись части скалы фундамента, ласточкино гнездо буквально повисло в воздухе. Аварийное здание огородили от посетителей забором, пытаясь преградить доступ на смотровую площадку. Почти 40 лет над реклеющее сооружение любовались лишь издалека. Только в 1967 году были проведены восстановительные работы. Рабочие Ялта-спецстроя выполнили ремонт, не разбирая стен, укрепили фундамент, частично видоизменили фасад и внутренние помещения. Автор проекта реставрации, ялтинский конструктор Тимофеев, посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведенную под центральный объем. Таким образом, была надежно закреплена крайняя часть замка, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме монолитной плиты, все сооружение обнесли антисейсмическими поясами.
увеличенная в высоту башня приобрела большую декоративность благодаря четырем шпилям. Именно теперь замок «Ласточкино гнездо» приобрел свой сегодняшний облик.
Екатерина II, путешествуя по Крыму, называла его «жемчужиной своей короны». Жемчужиной Южного берега принято называть Ялту. Первое письменное упоминание пришло к нам из XII века. В XV веке Ялта оказалась под властью турок, почти в то же время пережила катастрофу. Селение было разрушено от сильного землетрясения и возродилось спустя десятки лет. Первый план города был утвержден в 1843 году с единственной Елизаветинской улицей, и число жителей составляло 224 человека. На вершинах горных массивов почти всегда сидят облака, но в городе ясно и уютно. Достопримечательностью города является колокольня церкви Иоанна Златоуста, построенная в 30-х годах прошлого столетия по проекту одесского архитектора Торричелли. Еще в 1880 году она была занесена в лоции Черного моря и служила хорошим ориентиром для моряков. Это единственная постройка тех лет, уцелевшая во время войны. Этот фрагмент колокола недавно был найден в окрестностях горы Магаби, недалеко от дороги. Очевидно, он свалился с телеги во время перевозки. Обратно его положить не смогли из-за большого веса, а потом и вовсе забыли. Теперь этот колокол, как немой упрек нам за те времена, когда разрушались церкви и попирались святыни. Так и хочется сказать: «Господи, прости нас за то, что мы натворили». Великолепная лестница ведет к армянской церкви Сурб-Репсиме, сооруженной в начале XX века одним из крупнейших зодчих Закавказья Габриэлем Тер-Микеловым. В основу проекта легли эскизы армянского художника Суринянца. Ему принадлежит роспись церкви. Это была последняя работа художника. Прах его покоится перед зданием церкви. Собор святого Александра Невского был заложен 1 марта 1891 года в 10-ю годовщину смерти Александра II. Члены императорской семьи сделали значительные пожертвования на строительство собора, и 4 декабря 1912 года Николай II и Александра Федоровна присутствовали на освящении храма. Автором проекта стал архитектор Теребнев. Внутренняя отделка выполнена по проекту Краснова. Жители края бережно хранят память о пребывании на Южном берегу замечательных людей. Здесь Пушкин работал над поэмой «Кавказский пленник», задумал Евгения Онегина. С городом-курортом связаны годы жизни Леси Украинки. Будучи тяжело больной, она не только лечилась, но и продолжала работать над своими произведениями. Трогательное отношение испытывают ялтинцы к творчеству Чехова. Здесь прошли его последние годы жизни. В Ялте он написал «Свою даму с собачкой», «Душечку», пьесы «Вишневый сад», «Три сестры». Гостиница «Таврида», бывшая «Россия», была построена в 1875 году и являлась по тем временам самой большой и комфортабельной. Немного найдется гостиниц в странах Содружества, в которых проживало бы столько известных деятелей литературы и искусства. В Ялте гармонично сочетаются прошлое и будущее города. Концертный зал «Юбилейный» – самая большая летняя площадка Крыма. Здесь дают гастроли звезды отечественной и зарубежной эстрады.
есть только один Крым, и в нем только один южный берег. Волшебная страна, обращенная к солнцу. Здесь удивительно легко и просто постигаешь гармонию первозданного мира. В заоблачных высях гор звуки природы скользят по вертикали. Среди камней танцует и поет эхо. Обрушивает свои воды почти со 100-метровой высоты водопад Учинсу. Около 200 миллионов лет назад на месте современных гор плескались воды древнего океана Тетис. Ныне Черное море нежит берег теплым и влажным дыханием. Сказочным уголком Крыма владели тавры, сменяли друг друга римляне, византийцы, хазары, полоцы, монголо-татары. Много легенд сложено о далеком прошлом крымской земли. Так в предании говорится о медведе-великане, который захотел выпить всю воду из Черного моря, да так и застыл огромным камнем на его берегу. Размеры Аюдага по крымским меркам внушительны. Длина более 2 километра и высота над уровнем моря 557 метров. Аюдаг – это десятки редких растений и животных, занесенных в Красную книгу.